occupa di indagini dal punto di vista sociologico. Oddio. E quest'anno si occupano anche delle violazioni durante le elezioni. И они создали, запустили проект, который называется «Карта нарушений». И стали подавать проект, который называется «Карта нарушений». И этот проект размещался на сайте «Газета.ру». Есть такой очень известный, хороший, уважаемый портал. Insieme al portale «Газета.ру», che è molto famoso. Под давлением сайта этот проект был снят. Там много прессии сюда, в эту сайту. На одну из центральных каналов. Один из центральных был снят. И также, собственно, на канале телевизии.